Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World к жизни. И, в общем-то, смотрите, у нас нашествие инопланетян, ребята. Смотрите, мы находимся в тени тарелки, смотрите, все вокруг нас в радиусе 300 метров, короче, в тени, а вот там дальше, как видите, солнышко. Вот у нас трисератопс в тени, вот тут какие-то амфибии, смотрите, они вообще черные. И вот настолько у нас здесь глухой непроглядный свет, смотрите, здесь у нас алыч в тени. Так, герои наши, это горгозаврик. Все, короче, у нас в тени, это какой-то, на самом деле, глюк, да, такого я еще не видел. Радиус вот примерно, вот это 150, а там примерно, ну, 300 метров получается. Такие вот, короче, дела. Но у нас есть кое-что другое. Эпическая башня, ребятки. И до того, как я создал Индораптора 26, я сюда заходил, и, по-моему, здесь у меня был то ли один раджозавр, раджокилозавр, то ли 2, 24, 20 какой-то уровень был. А теперь у меня 3 здесь противника. Но есть косяк. У меня-то всего один 26 уровень. То есть мне реально здесь нечем сражаться получается. Короче, тупой подгон. Непроработанная фигня. То есть они подогнались под моего самого сильного, да? Но они не учитывают тот, что у меня один 26, остальные 20 уровня, короче. Тупой. Тупой косяк со стороны людей. Но ничего, мы туда сейчас как бы заглянем. Почему бы и нет, как говорится. А что нам еще остается? Так. Моностигатопс. Ну, такого вот что-то я взял. Но сражаться реально неким. Даже не знаю, что там да как. Давайте попробуем что-то подумать. Ну, велоцираптора взять первым, что ли. 26-й. Блин, а сколько у индораптора-то? Есть паралич на следующий ход. У индораптора какая скорость? Сейчас посмотрим. 128 скорость у индораптора. Так, то есть, ну, этот парнишка не проходит, получается, да? Здесь 126. Печально. 126. Ну, то есть, раптор, вот ты должен проходить, да? Или тут тоже 128. Это будет очень обидно. Вообще 126. Нехорошо. Нехорошо, короче. Ну, особо кем сражаться больше нет. Пойдем, короче, тем, что есть. Ну, хотя бы кого-то завалить бы. Так, ну кого мы будем брать? Вот этого возьмем. Вот, хотя... Так, подождите. Наверное, нету смысла. У них у всех есть пробитие сквозь щит, по-моему. Нет, у Индоминуса нет. У Индораптора есть, и у Горгозуха есть. Как бы... Даже не знаю. Ну, ладно. Ну, открываться придется с Индораптора, как бы, потому что все остальное... Ну, ненадежно. Очень ненадежно. Если это будет Индоминус, то как бы... То как бы... Как бы... Непонятно. Но тут, как говорится... Кому повезет? Может, он, короче, будет как-то тупить сильно. О, если я сейчас под 200 выдам крит. Нет, так, промаш. Ну, блин, не фартануло. А нам так было. Было дело, что фартило. Когда уклонялись дважды. Ну, по идее, должен был уклониться, конечно. 50% уже шанс. Ну, мы сейчас потеряем его, конечно же.
Ну давайте снимем, если он... А он даже не попытался, короче, стать невидимым. Ну плохо, что мы Индораптора потеряли. Если бы Индораптор был жив, мы бы тут могли, короче, что-то пободаться. Потому что он как бы не очень эффективно воюет, но... Ну вот нет, чтобы Индораптор так уклонился. Было бы дело. А вот это, ну давай, промажи, и тогда можно начаться. Конечно же, самый сильный удар. Почему бы не промазать? А он попадет и пробил. Ну вы поняли, да, ребятки. Если бы нам повезло, можно было бы что-то попытаться попадаться. А так, увы и ах. Так, ну и сколько? 200 баксов за продление? Нет, 200 баксов я платить за это дело не буду. Здесь шансов ничтожно мало. Но зато мы можем пойти, ха, и собрать 12-часовой инкубатор. 4000. Так, а напомню, мне нужно 120 тысяч, ребятки. Завтра я смогу прокачать Индораптора на 27 левел. Правда, не знаю, радоваться этому или плакать. Потому что теперь битвы с боссами вообще, короче, без вариантов. Та-дам! Короче, ребята, снимаю эту часть видео уже спустя, наверное, 2 дня или 3 от предыдущих. В общем, что за это время произошло? Качнул Индоминуса на 21 уровень и насобирал... Ну, у меня было уже 170 тысяч, на самом деле. Я потратил 50 тысяч на Индоминуса. И сейчас вот качнем Индораптора. Тут 120 тысяч, кстати. Получается вот так нормально в день. 1000 по 15 собирается. И я потратил 500 долларов, купил 25 тысяч монет. По-моему, вроде такой там был этот прикол. Давайте сейчас вам покажу, что я тут купил. Вот эту штуку, да, 25 тысяч монет я купил. Так что все, в принципе, хорошо у нас. Ну и сейчас мы качнем Индоминуса. На самом деле Индораптора, сейчас мы посмотрим, в топе Индоминуса нет. То есть Индоминуса заменяет Индораптор. Так что я не знаю, так его качнул, может больше качать и не буду. Не буду тратить деньги, так сказать, на это дело. У нас еще есть несозданные гибриды. Так, ну что, 120 тысяч эволюция. Так мало денег у меня не было давно. 27 левел, ребятки. 27. За 150 штук я еще могу его качнуть на 28 даже левел. Вот такие вот пироги. Но, к сожалению, денег взять неоткуда. Так, 3900, 1400 скорость, ну и 20% шанс крита. Тогда давайте собираем тут наши плюшки. Ну, кстати, вот монеток тоже немножко насыпать. Как говорится, денег не хватает, иди сражайся, всегда можно что-то заработать. И жирафа титанчика нам насыпали. Так, я хотел вот показать вам вот топ. Да, смотрите. Индораптор, вот Таникала Греус, у самого крутого игрока на планете Таникала Греус в команде. Каким чудом он сюда затесался. У него 3 уникальных, 4 легендарных и 1 обыкновенный. Так, ну вот надо Стигадея, короче, качать. Стигадей сейчас красавчик. Смотрите, вот Раджи Килозавр, Алан Килозавр. Ну вот я их как бы, ну, не заценил Раджа Килозавра. Пока что Мономим тоже здесь. Но я говорил, что на высоком уровне он вроде как ничего. Ну вот тоже Эрли Доминус. Да, ну вот этих двух, вот этого у меня нет. Ну и Эрли Доминуса тоже у меня нет. Это топ-1. Топ-2. Стигадей, Мономим. Вот здесь уже появился Дилоранозавр. Или как там он? В общем-то, ладно. Да, ну то есть вот этот парнишка тоже присутствует. Ну, Индоминуса, как видите, нет. Третьего смотрим. Индоминуса нет. Четвертый. Индоминуса нет. Опять Таникала Греус. Пятый. Индоминуса нет.
3 Astronics, короче, есть. 6 Индоминуса нет. Но Стигадей есть везде практически. Да, Стигадей вот есть везде. Стигадей, вот Мегалазух тоже есть. Вот это, вот эти вот ребятки много где присутствуют. И Строникс тоже много где есть. Ну вот и Аланкилозавр тоже присутствует довольно много. Ну и вот этот вот парнишка. Вот часто и вот это встречается. Так, допустим, 9-й. Ну, как видите, нету нигде. Давайте 20-й. Индоминусов нет. То есть, ну, индоминусы, потому что медленные. И, в принципе, способны. Ну, хотя у них удар, вот мне удар индоминуса нравится. Из-под инвиза удар хороший, сильный. Ну, индораптор, короче, на максимальном уровне, я так понимаю, это все дело перекрывает. Вот, на 40-м уровне. Ну, как видите, нет. Везде есть Стигадей, Трагодистис, Индораптор, Триастроникс, вот это какой-то Диларана, что-то там. Вот так вот. Так что Индоминуса качать, в принципе, дальше смысла вроде как и нету. Ладно, давайте еще найдем противничка себе какого-то. Так, кто попался в нашей команде? Главный вопрос. Хоть, может, стоит и Мегалазуха взять? Короче, нет у нас в нашей команде кого-то суперкрепкого, в смысле Индораптора. Ну ничего, давайте сейчас попытаемся. Нам нужно как-то продвигаться, да? К 4000 кубков. Так, наш Индоминус. Против Тюрекса! Ладно. Я думал просто, как бы Рекса можно было бы пробить и просто за два удара обычных, но походу не хватит. Ну и даже этот не пробивает. Урон до следующей атаки побольше, да? Так, ну ничего, пасти Метродона сейчас пробьем. Как раз 2700, свеженький, минус 3500, а бонуса не было. Что-то как-то маловато было. Пока не ушел в инвиз. Ах ты, черт, нам не повезло-то как. Клетанул нас. Ну, может, мы его пробьем еще. Все может быть. И это да. Лучше бы нам повезло так в первом бою. А ну-ка еще раз заклакимся. Инвиз. Ну что, промах или попадение? Да попадет, наверное, уже. Сколько ж можно там промазывать? Наше везение не безгранично. А вот это я зря сделал. У него сейчас... У него же был уже опережающий паралич. Ну вот это явно играет компьютерный игрок, а не живой человек, потому что так тупить с выбором ударов — это нереально. Раптокс играл против нас, ну точнее его привидение. Опять же, у нас реальных игроков здесь нет, это можно только играть по приглашению там, да, среди своих друзей. Ух ты, какие-то звуки новые, по-моему, появились. Так, а это нужно 4000, да, чтобы перейти на новую арену. 4000. Ну, не знаю, будем как-то стараться. Будем как-то стараться. С Индораптором, то 27-м это будет проще, но остальные... Нужно будет еще Индоминуса подкачивать. Потихоньку. Ну, после того, как я качну Индораптора на 27-й, я буду качать остальных существ. Так, на этот раз нам попалось что-то стоящее. Два, точнее, то, что нам сейчас надерет жопу. Да, максимальная контратака как бы не впечатлила, а вот это было очень больно. Трикозавр, я с таким еще не сражался. И паралич на него не сработал. И он нас только что пробил. Блин, а у нас Индораптор мне таки не попался.
Да, тут прям целая эпопея завалить одного 24-го. Так, ну такой вот броник. О, ну наконец-то, паралич на нем хоть сработал. Так, ну ладно, давай так. Может, на Алан-Килозавра подменимся. Прикольный был такой Динос, впервые с ним сражался. Ну, на Анкитрозавра подменились. Так, но если у него еще есть 24 уровень, то нам хана. Оу, Стигадей, Стигадей, это больно. Блин, да-да, 26 левел. Какие-то звуки вообще не совпадают с тем, что происходит на экране. Ничего себе. Блин, а куда ушел вот этот? Блин, пятерка жизни, ё-моё. Так, ну, это пытаться пробивать, это, короче, штука бесполезная. Так. Удачно я защитился, это круто. Так, ну, если у меня кто-то, кто может это все дело пробить... Блин, а походу-то и нет у меня никакого демагера в этом наборе. Так, ну что ж, будем действовать такими хитрыми какими-то способами, блин. Ну, у него просто банально намного больше жизни. И не когда подменится вообще не вариант, ни на кого. Так, он замедленный, я замедленный, да, но я, получается, медленней. Ну, не знаю, что тут можно сделать. Выманить его максимальный, короче, удар, вот, типа, сейчас. Так, ладно. Вообще-то я хотел только что подмениться, да, на Аланкитрозавра, но... Ну, один удар. Один удар и подмена. Ну, его, наверное, мы таки замесим, но третьего точно нет. Слишком большая разница в уровнях. Надо срочно подмениться.
Так, у нас будет как раз непобедимость. Возможно, он применит свой сильный удар. Это будет вообще отлично. Так, Стигадей штука неудобная, да? Бьет обычным ударом. Ну, сделаем вот так. Может, таки его пробьем наконец-то? Его как будто бы заклинило, он атакует всегда один удар. Ну это явно, то есть мы играем, конечно, с компьютером, да, четвёрь действительно климануло. Так, хорошо, что мы очистились, по крайней мере, перед новым противником. Он же довольно быстрый. Ха-ха, довольно быстрый, нет, 110. Довольно медленный. Так, и на мне до сих пор действует снижение скорости. Так, о-о-о, анкитрозавр. Так, это интересно. Ну хорошо, хоть мы так сейчас нормально его продемажили. Блин, ну мало очень. Очень мало. Так, это замедление скорости меня задолбало. Блин, а он 115, он все равно быстрее. Оу, май гад. Блин, и добил таки. Не успел и подмениться. Так, ура, ребятки, наконец-то мне попался Индораптор. Блин, 5 боев уже, наверное, провел, никак Индораптор не попадался. И противники были вообще капец какие странные. Это обидно. И это тоже обидно. Если бы у нас не было столько жизни, было бы вообще обидно. Так, ну давай. 4000 жизни, 4000 сила удара. Нормалек. Так, аласинозавр. Это гадюка бьет больно. 1,5 урона. И попал. Сволочь такая, но мы его пробьем. Пробьем. А нет, как ты мог? Как ты мог, Индораптор? Как-то странно. На, ну слава яйцам. Так, ну хорошо, что я не использовал самый сильный удар.
Он нам сейчас пригодится. Хотя я бы... Нет, зря. Я бы его пробивал, и у нас был удар сквозь щит. И это круто. Так, ну что ж. Иммунитета у него нет. Посмотрим. Девяносто процентов снижения атаки, это круто. Так, ну видите, он не использует невидимость не использует. Это если его накажет анкетрозавр, это будет вообще, не знаю, это будет что-то с чем-то. Ничего себе, он таки использовал эту штуку. Так, ну у нас все равно есть, мы его сейчас ослабим. Тыщеночка. Ну давай, пробивай его. Эх, а, ну паралич хоть сработал, это радует. Фигней страдаю, ну, чтобы не помереть. Хотя зря, зачем я подменялся? Оу, пробил таки, да? Будет прикольно, если он сейчас пробьет двоих моих и будет амба. Но нет. Справедливость восторжествовала, и наш индораптор 27 левела нанес свой последний решающий удар. Ну да, тут, короче, тащит один индораптор. Так, вот такие вот, в общем-то, дела, ребятки. Так что буду я качать Стигадея. Вот такие вот у нас, короче, дальнейшие планы. Так, ну, Рексов и Гаргазухов я тоже уже насобирал. А на этом все. Всем пока.